Давайте теперь поговорим как не как дети, а как взрослые. Угу. Я уже поняла, что что-то здесь не то. Вы же всегда знали, что у вас будет семья, дети. Я его всегда где-то находила. Лес, парк, там на скамейке он лежит. Она является сейчас руками. Задышала не сразу, через сутки. Не страшно было? Даже не клеймо, а вот как потом с этим жить? Вы когда-нибудь жалели себя? Я бы, наверное, давно. Или в психушке была бы. Делай, пожалуйста. Выход будет один, только развестись. Тебе не обидно, что у него больше? Нет. Сказала, я больше в школу не приду, не мучай меня. Я все равно вот молю об одном, а что там будет, неизвестно. Смотрите программу «Обернитесь» 14 мая в 18:45.